Здравствуйте, вас приветствует канал SPV.com. Сегодня хочу рассказать о программе Glory Disk Cleaner. Это бесплатный инструмент от компании GloriSoft для очистки операционной системы от различного мусора. При помощи Glory Disk Cleaner можно существенно освободить место на своем жестком диске посредством удаления временных файлов системы, кэша различных приложений и утилит, кэша веб-браузеров, файлов дампа памяти, очистки корзины и многое другое. С текстом описания можно ознакомиться на нашем сайте. И скачать программу тоже можно с нашего сайта. По любой из этих двух ссылок. Ссылку я оставлю в описании видео. Приступаем к установке. Запуск от имени администратора. Далее, здесь можно познакомиться с лицензионным соглашением, его принимать или нет, вам решать. Далее можно выбрать конечный путь установки программы. Меня все устраивает по умолчанию. Я кликаю «Далее». Создать ярлыки на рабочем столе и иконку «Ради Бога». Соглашаемся. Так, здесь, если мы не уберем вот эту галочку, то будет установлена дополнительная программа Glory Utilities. Так что я оставляю только галочку «Запустить программу сейчас». Вот так она выглядит, графический интерфейс этой программы. Уже найдено 16 гигабайт различного мусора у меня на автомате. Как же пользоваться подробно более? Давайте посмотрим этой программы. Здесь есть основные три пункта, как говорится. Windows, браузеры и приложения. То есть эта программа чистит различный мусор от использования Windows. Его системный мусор, мусор от браузеров и мусор от приложений. Допустим, давайте сначала очистим все. Здесь можно ознакомиться, что именно вы хотите почистить. Допустим, временные файлы системы, корзину почистить. Можно отметить пунктами то, что вы считаете необходимым сделать. Сканировать. Проверено и найдено. Вы видите, вот временных файлов найдено на 519 килобайт. Дальше. В корзине находится 16 гигабайт различного мусора. Далее. Загруженные программы. Все подробно можно посмотреть. В обновлении системы вообще никаких нет мусорных файлов. Пожалуйста, вот где находится. Здесь, пожалуйста, вот в корзине сколько всего валяется и так далее. Если вы решили удалить то, что нашлось, кликаем на «Начать очистку». Очистка готова. Давайте повторно еще раз проверим. Сканировать по тем же пунктам. Сканирование закончено, ничего не найдено. Переходим на следующую вкладку, не вкладку, а пункт можно назвать веб-браузер. Давайте посмотрим, что у нас найдется по этим веб-браузерам, какой вид мусора, сколько, где и как он выглядит. Сканировать. Готово. Мусор найден только лишь в основном интернет-эксплорере и в браузере Brave. Если мы, допустим, решили очистить что-то, оставляем галочку, кликаем «Начать очистку». Готово. Переходим к следующему пункту. Приложения. Здесь очень большой список различных приложений. Даже читать не буду все. Если вы хотите очистить мусор от приложений, выберите их все. Кликните на «Сканировать». Сканирование закончено. Теперь вот в этом большом списке можно ознакомиться и посмотреть, в каких приложениях, от использования которых, был найден мусор. В данном случае это Ambifine Reader,
Media Player Classic и так далее. Если вы согласны со всем этим, нажимаем «Начать очистку». Более подробно, опять же, кликнув на «Найденном», можем посмотреть во вкладке вправо. «Начать очистку». Еще раз проверяем по всем пунктам. Сканировать. Так. Windows, допустим. Вы ознакомились и с чем-то не согласны. Не собираетесь что-то удалять из этого. Просто снимите галочки. Там, где не будет стоять галочки, эти файлы не будут удалены. То есть, нажав «Начать очистку», там, где есть галочки, они останутся. Чуть ниже панель, здесь выбрать все, то есть отметить пунктами все, абсолютно все. Дальше. Отменить выбранное все по умолчанию. Выбрать файлы и папки. Справка. Автоматическое обновление. Стоит галочка «Уведомлять меня, когда новая версия доступна». Язык. Здесь более 70 языков. Уж поддержка так поддержка. Отправиться на сайт разработчика, ознакомиться о версии программы и что нового есть в этом обновлении. Правка. Начать очистку, выбрать все, отменить выбор по умолчанию. Ну, то есть перечисляются пункты вот эти вот, те, которые идут ниже. Вот такая интересная программа, которая может освободить место на жестком диске, удалив ненужный мусор от использования компьютером. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал SPVComp и заходите на наш сайт spvcomp.com.